Там то ли реставрация, то ли хер его знает. И я думаю, что сейчас по-другому все оформлено. Вот в арку сейчас зайдем, вот начинается все с арки. Но мне нравилось вообще, бомбезно. Ни на что не похоже. Оксана 100% сейчас все оценит. Оксана, для тебя строили это все. О, уже по-другому, да. Сниму. То, что доктор прописал, да? А вот так-то. Вообще по-другому все сделано. Когда я был здесь. Маленько, Неаполь. Ободранный. Может быть даже Флоренция. А где? Ёпты? Это же Неаполь. Только в Неаполе. Ты смотри, какая вредная. А? Ты посмотри. Ведешь себя некрасиво, Оксана. Так нельзя. Бутлегер бар. Пока не снимает, пей. Туда приехать надо еще. Вот я не понимаю, что реставрация, не реставрация, хер поймет. Ведь когда реставрируют, вот, то ничего не будет здесь. Да. Мы сейчас туда поднимемся, поднимемся наверх. Я думаю, что здесь нет цели реставрировать. Будем надеяться. Будем надеяться. Ну, там какие-то помещения, да, явно. Да, ё-моё, ни хрена себе. Интересно, да? Было закрыто. Но на самом деле оформление было более цветное. Да. Да, да, да. Смотри, какая колонна. Смотри, какая краска вся потресканная. Оксан, проникся, я тебя умоляю, лишь об одном прошу. Приложи руку сюда. Прошу тебя. Это прекрасно. Да, интересно. Здравствуйте. Вы знаете, мы кофе не забудем заказывать, вы не обижайтесь на нас. Мы хотели спросить, а что здесь вообще такое, ну вот, что это за комплекс такой, двор, что это за двор, вы не знаете? А здесь какая-то реставрация проходит или что? А, понятно, ну мало ли, интересно, ну ладно, спасибо, спасибо. Мимо кассы. Ну ладно. Я думал, мне сейчас все это расскажут, блин. Хернаны. Оксана, посмотри вниз. Посмотри, какая штукатурка, как она светится в отражении света. Это прекрасно. Это просто. Ну, необычно. Смотри, девушка пьет кофе. Обрати внимание, как она это делает. Перед ней свечка горит в бокале, да? Ну, красиво. Ну, вот как ни крути. Ну здорово, еще и ударная установка стоит. Маленькие тени от света. Посмотри, посмотри. О-ля-ля, амбьянс. А ты здесь не был? Нет, третий раз. Ну, было закрыто, я был здесь. Но было, кстати говоря, немножко более красочное. Стакан вина. Вайн бистро. Винишко. Какое-никакое винишко. Девчонка симпатичная, а? Хорошая. Дядька старый, ну ничего. Что-то в уголке он увидел. А что там в уголке? О, что-то есть. Здесь есть ВК. ВЦ. Вход на выставку. Микрокосм, цифры. И еще и ВЦ. О-ля-ля. Что творится?
Еще и вход на выставку. И хернаны называется. А, толчок, так это дверь. Прекрасно, я даже не понял. Ух, нифига себе. А это выставка? Выставка? VIP-билет 1300. С глинтвейном. Ух ты. А, микрокосм, цифры. Вот террас. Дверь, посмотри, вверху. Она говорит, здесь нет реставрации. Хитрованка. Откуда там дверь взялась? Я здесь ни разу не был. Мать честная. Сейчас дождусь, я к самому приду. Да черт возьми, да что здесь происходит? Здравствуйте. А здесь вход, да, платный или нет? Да? А что там наверху, вы не знаете? Там выставка современного мультимедийного искусства, называется «Космитик». Это стандартный 1000 рублей. Черт возьми. А вы не подскажете, что это вообще за здание? Это особняк 1-3-19 века, кому принадлежал Нарышкин. Пристроился с самым городом Нарышкин в Москве. Понятно. Знаете, я, честно говоря, на выставку не готов пройти сейчас. Извините, а я могу вот до тех пор подняться, или это не очень удачная идея? Только я бы пролёт. Вы позволите? Спасибо большое. Я просто посмотреть хочу вот на это вот окно. Хорошо, спасибо. Особняк Нарышкиных, вот так-то. Спасибо большое. Спасибо. Там уже вход платный. Оксана, кончайте чесаться, идите. Я поднялся на первый пролет. Я спросил разрешения. Сейчас я в толчок схожу. О, какая лисья. Вот это женский, это мужской. О-ля-ля.
О, я вас ищу везде. Ну как? Посмотрели там? Да, это особняк на Нет, на первый подъем, особняк на Рышкиных. Ну, на первый подъем тоже мне так самое. Вот скот рогатый. Ну, я на колени встал, правда, перед ним. Он говорит, ты еще рублёшь, наните, пойдёте. Пошёл нахер. Ответ короткий. Денег нет. Фёрд Палас. 1000 рублей, он дурак, что ли? Мы за 800 не пошли в Лютеранский собор, а здесь 1000. Дурак, что ли? Причем не понятно, что там за выставка, я так и не понял. Какая-то херь какая-то. Ну там он говорит, за 1000 рублей там еще глинтвейна нальют. Да, да, да. У нас уже глинтвейн в кармане в левом лежит. За 1000 рублей. Это в туалет сходили, а? Туалет хороший был, да? Стекло. Я первый раз такой закуток, такой первый раз я увидел, честно говоря. Кстати, будешь надеть еще туалетик. Да. Оксана, ты в туалет сходила? Да. Зря. Сейчас еще один пойдешь. Хочешь, не хочешь, выдавливай. Да, 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 что делать?